Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить напиток из овсяной крупы. Этот напиток очень популярен на ифтар во время священного месяца Рамадан. Для приготовления нам потребуется 2 столовые ложки обычной овсяной крупы, которая у вас есть, литр воды, пол-литра молока, сахар по вкусу и пол чайной ложки ванильной эссенции или ванилина, ванильного сахара. Итак, начнем. Мы выливаем 1 литр воды в кастрюльку. Вот так вот у меня как раз 4 чайные чашки у нас будет литр. Теперь берем овсяную крупу и кладем 2 полные столовые ложки. Так, я беру сверху 2 ложки. Включаю газовую горелку. Доводим до кипения. И варим в течение где-то 10-15 минут до полной мягкости овсяной крупы. Итак, 15 минут прошло. У меня вода уварилась. В общем, овсянка с водой наполовину. Сейчас я добавляю сахар по вкусу. Ну, я добавляю столовые ложки, наверное, скажем, 4. 4 ложки я положу. Нужно всегда пробовать. Вот так. Теперь я буду добавлять молоко. Пол-литра или 2 чайные чашки. Снова доводим до кипения и варим еще минут 10. Варите обязательно помешивая, чтобы наш напиток не убежал, потому что все-таки это молоко, это овсяная крупа с водой, она достаточно такая вязкая, вот, поэтому очень легко может убежать. Особенно, когда есть молоко, следите, чтобы вот у вас не убежало и не пригорело ничего. Помешивайте. Итак, у меня прошло 10 минут. Сейчас я выключаю газовую горелку и охлаждаю наш напиток до комнатной температуры. Итак, наш напиток остыл до комнатной температуры. Теперь я выливаю в него пол чайной ложки экстракта ванилины. Или вы можете положить ванильный сахар. Перемешиваем все хорошо. И процеживаем через мелкое сито. Итак, напиток я процедила, видите, вот у нас то, что осталось вот, от овсянки, вот эта вот часть плотная, она нам не нужна. И теперь я закрываю крышкой и ставлю охлаждаться в холодильник. Итак, наш овсяный напиток готов. Желаю всем приятного аппетита и хорошего дня!